В следующем 26-м курсе мы с вами пишем представление для слежения пользователя, то есть follow on follow, и написали URL. У нас он заработал, просто мы пока не делали шаблоны, но сама страница работает. Это нам и надо было добиться в этом уроке. Ссылка на курсы в описании видео. Для тех, кто начинает Python Django, тоже ссылка в описании видео на сайт spb-tut.ru. Спасибо, все получится.